Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 98 на странице 39. Рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. Найди правило, по которому записано выражение в каждом столбике. Запиши еще по 3 выражения и вычисли значение всех выражений. 28 разделить на 7. Это будет 4. 4 умножить на 6 равно 24. 35 разделить на 7 равно 5, 5 умножить на 5 равно 25. 42 разделить на 7 равно 6, 6 умножить на 4 равно 24. Прибавляем еще 7, 49. Разделить на 7, это получится 7. И умножаем на 3, получается 21. 49 плюс 7 равно 56. 56 разделить на 7 равно 8. Умножаем на 2 равно 16. 56 плюс 7 равно 63. 63 разделить на 7 равно 9 и умножить на 1 равно 9. 73 минус 70 равно 3. 3 умножить на 9 равно 27. 64 минус 60 равно 4, 4 умножить на 8 равно 32. 55 минус 50 равно 5, 5 умножить на 7 равно 35. 46 минус 40 равно 6 умножить на 7 равно 42. 37 минус 30 равно 7. 7 умножить на 7 равно 49. 28 минус 20 равно 8 умножить на 7 равно 56. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.